Здравствуйте, дорогие друзья! Привет! Сегодня делаем борщевку. Борщевка – это заправка для борща, которую мы закручиваем в банке. И потом она, значит, у нас там будет. Для этого нам будет нужно... Вот я варю томат. Это помидоры здесь. Вот они перерублены таким устройством, которое жужжит. И стоят у меня на плите, кипятится. Вчера кипятилось и сегодня кипятится. Еще будет нужна свекла. И если у вас есть, то вот такие вот листочки еще можно использовать. Видите, это от свеклы. И черешки тоже. Сейчас я все это порежу и к вам вернусь. Еще нужен будет уксус и соль. Больше ничего. Когда порежу, тогда увидимся дальше. Вот, наконец-то я порезал свеклу. Видите, вот таких вот у меня три. И теперь займемся листочками. Вот тут у нас листочки. Листочки я при вас порежу, потому что момент такой интересный. Вот наиболее жесткие черешки, они вот здесь вот. Мы их отрезаем и, наверное, выбросим. К тому же, что всех беспокоит в свекле. Почему иногда черешки не используют? Потому что они, бывает, что, ну, как и сама свекла, они могут давать вот этот, кто его как называет, кто называет сивушный запах, кто земляной, да, не все его любят, но мы умеем с ним бороться. Мы сейчас вот эти вот все порежем, да, порежем, потом немножко сбрызнем уксусом, и кислота это все уберет. То есть, кроме того, мы потом же зальем помидорами, нашим томатиком, который у нас кипит, да, и у нас будет что? Это будет прям совсем хорошо обработано кислотой, а кислота этот запах убирает. Понятно? Между прочим, листья тоже дают, но этот запах. И из листьев тоже нужно убирать. Но в листьях есть один большой плюс. Они настолько красиво смотрятся в борще, что, как говорится, риск того стоит. Ну, я думаю, что украинки, настоящие украинки, меня поправят. Что-нибудь я все равно делаю не так. Но зато вот эту борщевую заправку я посмотрел, кто там что советует. И как только я в этих советах вижу, разлейте это в стерилизованные банки или простерилизуйте банки, я понимаю, что человек, который делал этот рецепт, он ничего не понимает в заготовке. Потому что сейчас уже банки никто не стерилизует. Мы просто разливаем горячее в банку, в банки, их там должно быть не одна, укупориваем вот этой вот крышкой винтовой и ставим под одеяло на какую-то теплую штуку. И вся стерилизация, а точнее пастеризация, прекрасно происходит. Понятно? И никакой нужды в стерилизации банок совершенно точно нет. Более того, нет никакой нужды в стерилизации продукта. Потому что вся вот эта вот фигня, которую все боятся, да, она вся убивается при температуре около 70 градусов. А для того, чтобы такую температуру продержать полтора часа, великий человек Луи Пастер это все изобрел в свое время. Достаточно залить банку емкостью около полулитра кипящим раствором. Вот я уже все это фиганул в кастрюлю, все это будет кипеть, будет очень горячее. Ну, баночку единственное, что можно, это прогреть заранее.
ну, налить в нее горячую воду, чтобы она постояла чуть-чуть. Вот, вот, собственно, и все. Вот и вся любовь. Да, и я почитал эти рецепты этой борщевки и понял, что это все туфта. Это все туфта, потому что кто говорит подсолнечное масло налить, кто еще чего, кто говорит пережарить. Как только ты пережаришь, так сразу есть опасность, что у тебя это вздуется, потому что там уже масло и прочее, да? Поэтому мы сделаем хитро. Мы вот эту борщевочку сделаем без масла, чисто с уксусом и с чем еще? Томатиком зальем, прокипятим. Правильно? То есть будет красотень. Что, покрупнее вам сделать? Вот. Томатиком зальем, прокипятим. Горячие в баночку зафигарим. У нас будет что? Мы таким образом зимой исключим при приготовлении борща самую противную операцию. Это обработка свеклы. Вот эту борщевочку мы откроем и положим на сковородку. И вот тогда уже у нас это все обжарится. Понимаете? То есть, но нам не нужно будет тушить свеклу. Нам не нужно будет сбрызгивать ее уксусом. Из нее, по идее, я не гарантирую, что так получится. Смотрите другие видео на канале. Там обязательно будет эксперимент по зафигариванию вот этой борщевки в борщ. И я вам расскажу тогда о вкусе и обо всем. Понятно? Ну вот. То есть мы быстренько кидаем на сковородку, уже все нашинковано, банку открыли, кинули, пережарили, кинули в борщ. Что там пережаривать 10 минут, пока картошка варится? Правильно? А вот заранее подготовить свеклу, найти ее, купить, почистить. Конечно, это все лучше сделать за один раз. Тем более, что она у нас 100 пудов, пока будет полтора часа стоять под одеялом. 100 пудов она у нас уже протушится. Ну, в смысле, будет тушеная, мягкая, не будет вонять сивухой. То есть, будет все прекрасно. Это я наиболее жесткие черешки все-таки исключаю. Исключаю, потому что боюсь, что они будут волокнистые. Вот. В принципе, вы уже видели, как это я режу. Основной спич я сказал. Сейчас я прервусь, и вы уже увидите следующий этап. Хотя следующий этап-то у нас какой? Следующий этап у нас сбрызгивание уксусом. Ладно, давайте подождете. Сейчас я дорежу вон те два листочка. И, значит, сбрызнем с вами уксусом. И это должно постоять там минут 15, 20, 30. И потом уже будем... Я это залью томатом. На ваших глазах мы это прокипятим. Прокипятим. И что дальше? И будем разливать по банкам. А банки будем ставить на какую-нибудь мягкую подстилку. Типа сложенного в несколько раз полотенца. И сверху... Желательно накрыть чем-нибудь вроде норковой шубы. Ну, полотенцами сначала, чтобы шубу не испортить. Потом норковой шубой. Потом песцовой шубой. В общем, обеспечить, как в термосе, чтобы было, понимаете? Чтобы было это все красиво. Этот рецепт изобрел я. Я нигде его не встречал. Никто не делает там. Ну, вот так вот не делает никто. Потому что все хотят сделать сразу борщевку. Некоторые даже капусту кладут.
Ну, класть капусту — это вообще бред какой-то. Что она там расплывется вся? Ну ладно, это делать для каких-нибудь гастарбайтеров, которые едут, там, дай бог, если у них картошка есть. То им, конечно, с собой там дал 8 литров вот этого борща. Они картошку сварили, быстренько кинули с капустой, все нормально. Но мы-то делаем это для дома просто. Потом берем уксус, обычный столовый уксус. И сбрызгиваем. Сбрызгиваем для того, чтобы ушла оттуда. Причем сбрызнуть можно чуть больше, чем обычно, потому что мы закупориваем это. Это же у нас будет консерва. А консерва должна... Потом при пережарке у вас этот уксус уйдет. Ничего страшного. Все, да? И помешать нужно. Помешать, чтобы он... Чтобы немножко... Вот этот уксус, чтобы убрал эту, вот этот вот свекольный, от свекольного запаха неприятную часть. Ну, кстати, некоторые не обращают на это никакого внимания. Ну, как бы им пофигу, там пахнет чем свекла, не пахнет. Но я делаю так, как это, чтобы борщ по вкусу напоминал украинский. А не чей-нибудь. В общем, вы поняли, да? И вот так вот должно постоять, время от времени помешивать, чтобы уксус продействовал. Но он еще будет действовать, продолжать и в банке, и потом при пережарке, и при кипячении. Вот как-то так. Сколько уксусу на глаз, сколько шарахните. Увидимся. Вот эта кастрюля примерно на 10, может быть, побольше литров. И вы видите вот по стеночке, вот сколько было, и вот как она укипела. Но я сейчас заодно покажу вам одну прекрасную вещь. Берем баночку. У меня слишком много получилось этого. Секунду, я доставлю половничек. Слишком много получилось вот этого. Потому что сейчас будем утапливать. Утапливать будем это. Свеклу. Но слишком много томата. Слишком кислый получится борщ. Поэтому я кое-чего решил отлить на это. На томат. На чистый томат. Кладем чуть-чуть горчички. Чтобы томатик у нас не вздулся. Оба, неправильно я сделал. Надо баночку прогреть тепленькой водичкой хотя бы. Сейчас я все это сделаю с баночками. Секунду. Потерпите. Сейчас я банки горячей водой налью, чтобы они были теплые. Потому что мы закрываем без стерилизации. Но банка должна быть хотя бы слегка теплой. Не холодный, а я их сейчас ополаскивал холодной водой, поэтому... Так. Почему горчица? Потому что банка маленькая. Может, какая-то все-таки микрофлора не убийца, а горчица точно убьет. При этом она никогда не чувствуется в томате. То есть можно спокойно это делать. Добавлять горчичку. В том числе, когда вы солите помидоры. Если боитесь, что вздуется, помидоры, огурцы, то добавьте чуть-чуть горчицы. И все будет прекрасно. Вот мне тут пишут в чатике, у нас же идет еще онлайн-трансляция, что горчица — это миф. Нет, ребята, это не миф. Так. И просто что-то у меня не закипает. Но сейчас это не важно. Оно все равно на горячем стоит. Вот видите, какой томатик. Ничего лишнего.
прекрасный такой томатик. Немножечко я решил его отлить, потому что слишком много для нашей свеклы. Тут я не помню сколько, но тут несколько килограмм. Несколько килограмм. После этого мы берем, закупориваем крышечкой, все на холодную, как видите, и ставим на полотенце, скрученные несколько раз, переворачиваем, слушай, шипит или не шипит, подносим к уху, и как бы все, на полотенце свернутые несколько раз, и накрываем полотенцем, норковой шубой, как мы с вами уже обсуждали это, и на этом все, вся стерилизация. Вот это я вам показал на всякий случай. И все, больше не буду. Больше не буду, разолью без вас. Вернусь, когда будем засыпать свеклу. Я, кстати, разлил половину банок и потом понял, что не досолил. Точнее, вообще не посолил. Но прекрасный эксперимент. Посмотрим, вздуется наш томат или нет. Вообще без соли, без уксуса. И даже одна банка без горчицы. Потом я уже посолил. И теперь нашу протравленную кислотой свеклу вот в это количество томата, как видите, тут его. Ну, тут его, на мой взгляд, как раз столько, сколько его должно быть потом в соотношении к свекле в борще. Опускаем туда нашу свеклочку. Это у нас будет готова такая вот штука для пережарки последующая. Ее придется пережаривать. Но для начала мы ее вскипятим и прокипятим немножко. Примерно в два раза можно медленнее, меньше, чем обычно мы ее тушим для борща. На мой взгляд. Но вы имейте в виду, что все это эксперимент. Все это эксперимент чистой воды. Если вы переборщите уксуса, это бывает, да, то ничего страшного, при пережарке на сковородке он весь у вас уйдет. Некоторые особо заслуженные лица считают, что не нужно уксус добавлять. Ну, если помидор очень много, если помидоры кислые, то может быть и не нужно. Но для меня важнее сделать это, чтобы не было вот этого вот запаха, про который мы вам говорили, да? Про который, о котором шла речь в начале, в середине видео, да? Вот для меня важно, чтобы он как бы не был. Что-то, может быть, томата маловато. Как вы думаете? Не взять ли нам сюда одну из банок? Не зафигарит ли? Как видите, все это эксперимент. Эксперимент чистой воды. Сейчас мы это сделаем. Где у нас тут баночки не соленые? По-моему, вот это. Сейчас мы добавим чуть-чуть томатика. Потому что его, похоже, не хватает. Опа! Горячо, горячо. Я попробую, эта банка была. Нет, она была без соли. Так что хорошо, что мы ее сюда вылили. Ну, а теперь уже хватит точно. Теперь хватит точно. Сейчас оно покипит у нас. Сколько? Ну, минут 15, может быть 20. И будем с вами разливать. Кто молодец? Мы молодец. Увидимся через 5 секунд. Все это у нас покипело минут 15. Может быть 20. Вот такая вот штука. Можно было бы подвыкипеть ей дать. И томата, в принципе, можно было бы и не добавлять, потому что свекла дала. Свекла дала водичку. Можно попробовать, что у нас там.
Ну, я уже пробовал. Я знаю, что это очень вкусно. Можно ложкой есть. Теперь баночки немножко греем под горяченькой водичкой. Я это сделаю за кадром. А вы пока смотрите, как оно там кипит. Разливать начинаем всегда с крупных банок, потому что если останется мало, то как раз маленькую баночку и наполним, правильно? Такого, чтобы вот снимаешь видео и чтобы какая-то пауза не возникла, потому что то мозгами нужно подумать, то еще что-нибудь, а хочется, чтобы вы видели весь процесс и могли оценить трудоемкость, потому что вот по этим видосам, которые снимают большинство видеоблогеров, да, вы не можете понять, сколько вам придется пахать, стоять у плиты и вот всякие нюансы. Сказал, там нужно водичкой баночки погреть. А вот тут сразу видно, сколько это времени занимает. Наполнить все баночки, расставить их и ждать. Еще уронить какую-нибудь. И тогда вообще шик, блеск, красота. Так, все, начинаем розлив. Так, при этом нам желательно не ошпарить себе руки. Имейте в виду, что это возможно. Вы скажете, что заправка жидковата? Ну ничего, на сковородке остатки выкипят. Все будет прекрасно. Я вот с вами сейчас две банки разолью. И на этом как бы остановимся. Как же это снять-то? Как же это снять, чтобы туда ничего не занести в банку? Это я тут на столе. Так, полотенчика. Где полотенчика? Ну вот, маленький полотенчика есть. Оп, закупорили. Переворачиваем, слушаем, не выходит ли воздух или там, не дай бог, заправка, потому что это труба. Это труба. И под наш полотенчик, где у нас все это стоит, аккуратненько ставим эти баночки. Я это делаю за кадром, потому что как бы перетаскивать камеру мне это целая проблема. Текс. Оп. Ну, стараемся, чтобы равномерно было. Оп. Чтобы примерно была одинаковая густота у этих банок. Полотенчиком можно эту жижку вытирать. Вот то, что с обратной стороны, там можно протирать пальцем, да? Я там за кадром это делаю, вам не видно. А вот в банку пальцем уже лезть нельзя ни в коем случае. Переворачиваем, слушаем. Ставим под полотенце. На полотенце и под полотенце. А, горячо. Отползаем. Сейчас я вам скажу что-нибудь ласковое. На этом все. Пока. Рад был вас видеть. Готовьте на здоровье борщевку. Зимой ее попробуем. Ну, даже, наверное, через месяц уже я сделаю, наверное, какое-то видео. Открою баночку.
и посмотрим, что у нас там получилось. Но, судя по вкусу, это прекрасно. Пока, смотрите другие наши видео. Вы смотрели канал видео Еда.ру. В одно слово, не забудьте подписаться и нажать на колокольчик, чтобы вам приходили уведомления о новых видео. Пока!